Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с участниками заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств. В беседе глава государства рассказал о спасательных миссиях Азербайджана, проводимых в странах тюркского мира. Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие отношений со странами организации имеет первостепенное значение во внешней политике Азербайджана. А для дальнейшего укрепления необходимо проводить консультации и осуществлять взаимопомощь в сфере безопасности. Также Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития. Стороны обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергии, транспорта, логистики, развития малого и среднего бизнеса. Первый вице-президент организации Юрген Рихтеринг отметил важность кредитов на энергетические и транспортные проекты Азербайджана, одним из которых является Южный газовый коридор.